Здравствуйте, друзья! Меня зовут просто Лена. И сегодня мы с вами будем делать необычную шаверму со свежими овощами. А чтобы было более сытно, добавим туда еще соусы. И чтобы это все дело жевать без мяса, мы решили добавить сосиски. Все это дело я натру на терочке и разогрею в духовке. В принципе, ничего сложного в этом нет. Поскольку у нас лето, хочется что-нибудь такого вот легкого. Делается быстро, элементарно, ну и сытно. Ну давайте приступать. Я взяла чуть-чуть капустки, морковочку, добавим туда свежий огурчик, ну и, соответственно, сосиски. Конечно же, лаваш, поскольку все это будем заворачивать, лаваш. Ну и для соусов. Вот хочу взять кетчуп Хайнц, для пикантности хренок и майонезный соус, в котором, в принципе, присутствует, надеюсь, подсолнечное масло. Это для того, чтобы мы с вами все этим делом насытились. В принципе, ничего сложного в этом нету. Нам единственное только надо с вами натереть все, что у меня лежит, на терке. Постараемся потоньше нарезать нашу капусту. Я прям взяла маленький-маленький вот кусочек. Нам, в общем-то, для начиночки этого хватит. То есть беру ножик и, соответственно, стараюсь потоньше все это дело настругать. Вот примерно вот. То есть чем тоньше, тем лучше. Стираю огурец. Натерли наш огурчик. Что не натерлось, можно съесть. Теперь морковку. Ну вот, морковка тоже натерта. В принципе, лучше, наверное, все-таки порезанными натирать. Потому что они получаются какие-то меленькие и вообще непонятно, что из этого выйдет. Давайте вот мы разрежем все это дело напополам, то есть вдоль. И тоненькими. 17 часов ровно. И тоненько наискосочек я все это дело порежу. То есть чем тоньше, тем лучше. То есть вот они получаются вот такими вот кусочками. Ну, примерно как мясо получается, такими маленькими тоненькими. Также мы порежем наши сосиски. То есть вот такими вот пластиночками тоненькими. Ну, вот такие вот как бы тоненькие такие пластики у нас получились. Пластиночки, точнее, вот такие. Ну вот, разложили два лаваша. Сейчас немножечко промажем кетчупом. Кстати, кетчуп у меня тоже пикантный с карри. Попробовать очень вкусно. Понятно, что дорого, но действительно вкусный. Отступаем от краев немножечко, от одного и от другого. И немножечко промазываем. На одном и, соответственно, на другом. Берем капусту. У меня есть специальный пинцетик, и я все это дело, естественно, раскладываю прямо на кетчуп. То есть подцепляем и потихонечку все это дело раскладываем. Нет пинцетика, можно руками, ничего страшного в этом. Абсолютно нет. Вы же готовите для себя, а не для кого-либо. И не на продажу. Теперь морковку. Но у меня, правда, тут сосисками получилось, но ничего страшного. Все мелочи. Вот примерно вот так. Вот смотрите, у нас огурец дал немножко соку. Вот видно, да? То есть лучше всего, когда вы будете складывать, отжать сок, чтобы все-таки меньше было всякой жидкости. И потихонечку все это дело тоже разложить. То есть понятно, все-таки свежие огурцы, они дают сок. Чуть отжали и, естественно, все это дело разложили. Теперь осталось положить наши сосиски. Ну вот, осталось, конечно же, завернуть. А прежде чем завернуть, естественно, мы добавим для пикантности немножко хрена. Вы можете делать так, как вы хотите, добавлять любое. Я вот хочу хренку добавить. И, соответственно, соус майонезный. Ну а теперь сворачиваем аккуратненько.
Не забываем загибать краешки. И чтобы все это дело у нас не развалилось, нам надо вот этот вот кусочек хвостика, чтобы он прилип и не развалился, смочить водичкой. Вот обратите внимание, духовки у меня здесь нет. У меня есть мини-духовка, вот такие вот решеточки. Я все это дело положила вниз на маленькую решеточку, включила на разогрев с двух сторон. И, естественно, все это дело разогреваю в своей мини-духовке. Ну, минут 5-7, может быть, меньше. То есть температура у меня где-то, ну, градусов 200, наверное, стоит. Закрываю все это дело и отправляю на разогрев. Ну вот, в моей неразогретой духовке прошло минут 10, то есть она уже стала такая хрустящая, корочка, видите, да, вот, немножко даже подшкварилась, поджарилась. То есть, в принципе, в разогретой духовке 3-5 минут от силы. В принципе, шаверма наша готова, можно ее употреблять. Ну вот, друзья, мы с вами приготовили бюджетный вариант нашей шавермы. Без мяса, но с добавлением сосисек. Если вам рецепт наш понравился, ставим лайки. Конечно же, пишем комментарии. Вдруг что-то новое придумаете. Может быть, какие-то другие ингредиенты подойдут именно для нашей шавермы. Именно для нашей бюджетной шавермы. Еще раз могу повторить слово «бюджетное». Подписываемся на канал. А мы, конечно же, и как всегда, увидимся с вами в наших последующих роликах. Всем приятного аппетита и, конечно же, пока!